если ты захочешь обо мне сейчас узнать, я буду рядом с тобой. Может, слишком поздно, может, рано опоздать, или бежать за тобой. Я чуть не обосрался. Я ничего не вижу, я ничего не видел. Валим! Ага, сейчас встану, сейчас, подожди. Сейчас возьму, встану, вот мне делать нечего. Руки вверх. Катан, давай быстро, руки вверх. Залезай в нашу спортивную тачку, иначе убьем тебя. А можно я свою припаркую, пожалуйста, ребят? Там столько алмазов, ёб твою мать. Не стой на путях, не стой на путях, квест сойдет. Хорошо, извините, извините. Слышь, как Анна Каренина расплющена. Давайте, давайте. Спасибо, ребят, спасибо. Я просто порофлить хотел, я... Прикольно, в этой машине поворотники есть. Куда, куда? С яблоком! Слушай, а рация есть у тебя, рация? Нет, рации нет. Меня какие-то пацаны в банду взяли и заставили смотреть, как менты друг другу член сосут. Я все это записал. Я был в этой банде. А покажи паспорт, я тебе это потом рацию, может, привезу, или ты сам купишь там, закину смс-ку. Знакомое имя. Блин, какой же таз, мне кажется, он просто сносится на своем пути. Так, подождите, я, по-моему, не туда поехал. Нет, туда поехал, нормально. Валим отсюда! Я его закрыл, придурок. Спасайся, я тарану их, давай! Вырывайся вперед! Едь, я спасу, я задержу их! Сука! Тормозит хреново тачка! Что там за танк-то у них такой? Погоня под аниме-музыку, что может быть лучше? Так, если я сзади врежусь, я просто взорвусь сам, это я знаю. Нихера себе меня разнесло! Ах ты пиздюк черный. А вы же подеретесь и этот? А чё тут драться, я ему ещё ногу прострелю. Проехали. На тебя по щеке ладошкой, блядь. Я тебе отвечаю, дешевле. Слушай, посмотри, точно? У меня Audi синяя, она быстрая, комфортная, там кондиционер, магнитола. Давай ты ногу прострелишь, мы едем с тобой. Кубку транспорта поедешь, он тебя там тачку, короче, пристрелит. Короче, на автобусе поеду, чё-то вы какие-то. Я тебе отвечаю, какая-то стрёмная заказ на скупку транспорта, он прям там поедет, а тачку. Чё у вас за цены? Один за пятерик, другой за... Трёшку, вы чё, блин? Может, у него нечего, а вот у его братков. Пью-пью-пью-пью-пью-пью! Пока, пацаны. Пока, давайте. Сила. Давай. Разводила, блин. Так. Тормоза плохие. Надо был супер. Я тебе говорю, это просто конченая Вольга, блядь, ускоренная. Это просто говно, дерьмо. Говно, согласен. Дерьмо согласен. Просто, фу, блядь. Да. Разгоняйте, а толку от него, фу нахуй. Да еще и дорогая, ужасно, ужасно. Говно, фу, блядь. Вай, блядь. Это вы про какую машину, какое говно? Да вот, рядом стоит. Просто наклеили BMW и всю на Вольгу, блядь. Понял, понял. А стоит этот таз сколько? Стоит 170 тысяч говно. Долларов, блядь. Ёб твою мать, а! Ужас! То, что копил, блядь, всю жизнь в Дагестане, блядь, там орехи собирал, вот блядь. Вот это самое нормальное, 4 места. Хорошая машина. И поворотливые тормоза хорошие. Кому оружие надо?
Мне надо. Как хотел купить оружие? Я хотел купить оно. Ну да. Дверь закрывай. Закрыл. Ну, открыл. 10 штук. 11 50 тысяч. Блин, дорого что-то, полбюджета. Может, 45 давай? Давай 45, только она немного необычная. Чем она необычная? А вот, слушай. Эй, тихо. С ума посходили, что ли? Вот так все и началось. Когда встречу организуем? Так, ладно, мне надо... Что-то дороговато, 45, у меня 20-ка, я смотрю. Надо... Так, где тут... Кстати, огранка алмазов есть еще лицензия. Видимо, быстрее будет. Так, лицензия... Ёб твой! Беру! Откачивай его давай, рот в рот. Это жмур. Давай дыхание рот в рот ему делай, быстро. Его нужно спасти. Санёк, давай выходи с туарега, пиздец всех. Вообще оборзели. Санёк, не надо, где там? Приезжай. Санёк, прекрати. Санёк, не надо, тут по ошибке, Саня, давай Саня. Идите, это Саня, мужики, это Саня. Санёк. Это Саня, тихо. Бежим. Саня белая, бежим, это Саня. Что это Саня? Так, ну чё, как, проверять будем? Как он там, в деле-то, или не стоит шуметь? Не-не, не стоит тут копы. Не стоит копы тут, думаешь, да? На, сука! Бабки вперед надо брать в следующий раз, лошара! Охренеть, вау! Так, ремень пристегнули. Автомагнитолу. Давайте первую песню просто включим. НЕТ! Ууу! Долбаная магнитола, а! Хули надо! Тебе побибикай, ты! Слышь ты, чё тут это? Чё тут смотришь? Чё такое? Чё такое? Братиш, зачем ты кинул товарища? Нормальный пацан. Кого кинули? Выходи, кого кинули я? Кого? Где он? Кого я кинул? Тебя кинул? Чё, кого я кинул? Чё такое? Чё ты оружие ездишь? Оружие кого забрал? Кого? Купил оружие. Чё, он говорит другое. Слушай, а ты чё, это адвокат его что ли? Или что? Или мама? На маму не похож, друг, адвокат. Я знаю его хорошо, нормальный пацан. Друг знает, на тогда, по-дружески. Сейчас, подожди. На нахер! Ах ты, сука, успел. Чё успел? Давай, какой? Чё, друг, какой по-дружески? Пусть ментовку пишет, если хочет. Чё? Давай тоже оружие возьму, тоже поговорим так, то чё такой смелый, да? В смысле? Ты слышишь это? Ну-ка дай бабки свои. Нихера денег даже при тебе нету. Конечно нету. На, сука, лежи дальше, блин. Хитрожопых. Ещё за мной поедешь, я тебя... В жопу засуну свой. Козёль. Сам козёль. Сзади, мы тебе сейчас поможем. Давай, толку. Давай, нажимаешь буковку H. Да? Понял? Так. О. Мы помогаем, нормально? Еще раз делай. Еще раз давай. Буковку H. Какую буковку? Вы пьяные, что ли? Ребят, машину можете мне помочь толкнуть? Какую буковку? Вы что, ебанулись, что ли? Взаимодействие. Ты машину умеешь чинить? Там есть кнопочка толкнуть. Слушай, я аниме не смотрю, давай это по делу. Кто ты? Надо. Кто ты такой? Средства за самозащиты продаю. Вот. А спайс, хочешь продам наркоту тебе? Да. Дезморфинчик. Да. Да. А мне его нет. Так, ты что, отстряк дофига, да, или что? Ну слышь, я классный парень. Ты не похож на бомжа, если честно. Вызов. На тебе, сука, ложный вызов, блин. Не я вызывал, говорю же, русским по белому, блин. А, сука. Аккуратнее. Ты что сзади бьешь? Это твой Кен, что ли? Это малолетка на меня выёжилась. Слышь, ты что, блин? Охуевший тип меня вырубил, блядь, ни за что. Чё, один на один подрались, я тебя вырубил. Пинай ногами его, блядь. В смысле, ты человеку драться научись, блядь. Давай копов возьми. Что? Педика, а, блядь, а, давай. Что произошло? Не надо копов, чё, подрались.
Слышь, мужик, не я такси вызывал. Пусть он и платит, если он тут смеет. Да плати за такси, вызвал такси. Не вызывал я такси, ты. А он говорит, вызывал. И у меня на этом вызов есть. На табло. Скоро у вас на табло не только вызов. Будем звать теперь мистер Крыска. Твоя погоняла здесь местная будет. Так, да, вот так вот, да, вы хотите? Сколько такси стоит? $100 вложенный вызов. $100? Ты охерите, да, возможно, я вызвал, у меня мобилка это глючит сейчас. Аккуратнее с мобилкой, а то я вон, блин, с аэропорта мчусь, выпучил глаза. Все, прошу прощения. Возможно, это был я. Ну что ты? No problem. Может, в кармане нажались там кнопочки? Терпила! Это уже некрасиво было. Да я его умял. Видел, как я его один на один? Это тот еще лошер. Слышь, ну это правда не я. Мне сотка понравилась. Мне сотка понравилась. Такси. Ясненько. Ну, увидимся еще. Слежу за тобой, Кирюша. Какая Кирюша? Отойди от машины, псих. Это кекс, что ли, блядь? Так, ребят, ладно. Я твою мать, придурок, опять ты что ли? Слышь, ты чё? Ты куда прёшь вообще? Ты что делать, ты куда прёшь? Ты чё? В смысле творишь? Я ехал по встрече. Я просто ехал, ну, ты мне. Ехал. Ты смотри, как ты, блядь, встал нахуй. Ну ты, блядь, чешешь нахуй, ёбок. Ты чё так разговариваешь? Ты, блин, в аварию попали. Всю страховка есть у тебя? Ну хуй страховка, сейчас мусоров вызову. Каких мусоров? Давай сами порешаем. Чё ты? Ты ехал, ну, давай. Чё с тобой, блядь, решать нахуй? Две я сотки... Я сигналил, а потом переехал, блядь. Две сотки с тебя, нахуй. И всё, и расходимся. Угу. Я тебе могу только поссать на лицо. Ты чё так базаришь? Слышь, ты! На, сука! Ты, щенок! Всё, ладно, две сотки не надо. Он был простым парнем, который никого не хотел обидеть. Он подрезал человека, который обещал его обоссать. Но ведь я не специально. Я люблю этот мир и этот остров. Все, что я хочу, сделать его лучше и чище для всех нас. Да, я совершаю ошибки, но... Кто их не делает из нас? Я такой же, как вы, такой же обычный человек. Единственное, что меня отличает, я больше всего в жизни хочу сделать этот мир ярче. Я стану президентом. Голосуйте за меня. Такси! Такси. Здравствуйте. Такси. Какое нахер такси? Нет, не заказывал. Присаживайтесь. Чё это я присаживаться должен? Да присаживайтесь. Можно у вас паспорт, пожалуйста? Оружие уберите. Оружие уберите. Показал я паспорт. О! Товарищ офицер, здравствуйте! Они вымогали у меня деньги. Да, разберемся. Товарищ офицер! Что такое? Товарищ офицер, откройте машину, мне нужно кое-что показать вам. Не открывай, не открывай. Подождите. Товарищ офицер, тут гражданин пытался нас ограбить. Садимся в машину. Представляете? Садитесь. Вот этот вот садитесь. Голенький. Что такое? Нас ограбить хотел. Так. Так, вот почему мы у вас нашли одну обойму от автомата, вот, я выложил. Вы выложили, потому что это не мое. Я не выложил, я у вас ее взял. Попался. Поймите, незаконно. В смысле, где у вас нашел? Вы обыск не проводили. Нет, вы хорошо. У вас в трусах искали вообще-то. Так, ну хорошо, ладно, пригласите тогда понятых, чтобы ты видишь, они... Ты оружие направлено? Ты прикалываешься, что ли? Я вижу, да, ну а ты, и ты, что? Рюкзак дороже жизни? Почему? А вы же полицейский, что, убьете меня, что ли? Ты чё, рюкзак дороже твоей жизни? Блин, нахуй. Мордой в пол, сука. Мордой в пол, блядь. А, бля! Да я понятой, старший сержант Шмон перед тобой. Понятно, всё, какие вы копы.